Добрый день, с вами Дина Краснова, и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 сделать реализацию за балансовый счет. У нас могут быть такие объекты, которые были списаны. Вот, в частности, у меня была 20 января передача материалов в эксплуатацию. Здесь, если мы посмотрим проводки, объект полностью списан с 10 на 25 счет и сейчас отражается на забалансовом счете. И в какой-то период мы можем решить этот объект продать. Как нам сделать реализацию за балансовый счет МЦ-04? Для этого мы будем использовать стандартный документ реализации. То есть заходим в продажи, реализация товаров и услуг. И выбираем реализацию с видом товары. Далее нам нужно указать контрагента, которому мы будем делать реализацию. Выбрать договор, если вы работаете с договорами. И выбрать склад, где хранится данный объект. У меня это основной склад. И НДС здесь будет в сумме, расчеты по 62 счету. Далее нам нужно добавить объект. У меня это миксер для взбивания. Выбираем его, количество 1. Здесь можно указать стоимость и цену, по которой мы реализуем. Но здесь у нас цена равна сумме, так как количество единица. Здесь у меня объект стоил 10 тысяч. Допустим, мы его реализуем по цене 14 400, то есть 12 тысяч без НДС. Далее мы двигаемся вправо, и вот здесь вот в счетах учета нам нужно поправить счет учета. Так как здесь у нас объект числится сейчас не на счете 10-9, с этого счета специально на забалансовый счет МЦ-04. То есть нам нужно с этого счета этот объект теперь списывать. Поэтому здесь мы выбираем этот счет МЦ-04. Все остальное у нас остается как и есть по умолчанию, то есть счет доходов 91.1, расходов 91.2, НДС 91.2. И здесь прочие доходы и расходы проверяем, чтобы был вид расходов, реализация прочего имущества, материалов. И можно нажать ОК. Теперь у нас счет меняется, получается счет МЦ-04. Также здесь у нас идет реализация с НДС, поэтому выписываем счет фактуру. Нажимаем «Провести» и смотрим проводки. Здесь у нас, видите, объект списывается с кредита МЦ-04, сумма, стоимость у него была 10 тысяч, а стоимость реализации 14 400 с НДС, 2 400 НДС. Единственное, здесь у нас не заполнились два субконта к счету МЦ-04, потому что здесь, если мы посмотрим, у нас еще есть субконта документ и ответственное лицо. Нам нужно эти субконты тоже заполнить для того, чтобы объект перестал числиться за этим лицом. Поэтому здесь мы сделаем ручную корректировку, нажмем флажок и просто вручную добавим. Здесь нам нужно выбрать документ передачи материалов в эксплуатацию. Вот от 20 числа у нас он был. Вот от 20 января. И здесь у нас будет ответственное лицо Мукина. То есть как здесь. И таким образом у нас здесь заполнены все субконты, и с ответственного лица этот объект снимется. И можно нажать «Записать и закрыть». И теперь, если мы снова щелкнем, здесь у нас уже все заполнено. И можно нажать «Провести и закрыть», и документ у нас сохраняется. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 мы можем сделать реализацию объекта за балансовым счетом. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.